Витя, большое спасибо за то, что пришел сюда, привез свою замечательную семью. Хочу сказать тебе огромную благодарность за то, что ты сделал для людей. Я минимум знаю 4 человек, которые стали моими студентами, и которые часть из них даже осталась здесь. Это не о тебе, кстати, идет речь. Да. Вот. И я это все хорошо помню. Я вижу, как ты искренне говоришь людям, что они дураки, когда они в действительности дураки, вредят сами себе. Вот. И вот это самое главное, что я тебе хотел сказать. Вот. В остальном, конечно, я тебя люблю, ты хороший человек и один из немногих, которых я могу назвать своими друзьями. Их, наверное, можно насчитать не более 10 человек здесь, даже, может быть, и 5. Вот. Витя, скажи, какие твои ощущения от жизни? Ты же с Одессы приехал, ну, ты трудолюбивый человек, не бедствовал. Вот что такое для тебя Австралия? Спасибо большое за комплименты, и мне очень приятно быть в вашем обществе, Александр Петров. И мне очень приятно, что вы называете меня своим другом, это действительно очень приятно. Ощущения от жизни Австралии только положительные. Я был изначально настроен положительно, когда ехал сюда, я очень хотел жить в этой стране. Я был здесь по работе еще в 91 году в Австралии. Я встречал Новый год в Мельбурне с 91 на 92 год. Это было далеко, давно. Вот. И после приезда я ощутил себя сразу дома. То есть Австралия — это действительно мой дом сейчас, уже давно, 25 лет. Австралия — мой дом. И я когда приехал, у меня даже не было чувства ностальгии. Вот скажу честно, у многих людей ломки, у многих людей тяжелые переживания, они, ну, как-то привязаны к дому. Я был решительно настроен, и несмотря, что я из Одессы, красивый сказочный город, который я до сих пор люблю, но жизнь в Австралии на несколько порядков лучше, чем жизнь в Одессе и в других постсоветских городах. То есть Австралия, я считаю, что может быть домом для любого человека, с любой страны, любой национальности, потому что те социальные преимущества и бенефиты, которые предлагает Австралия, не так много стран в мире предоставляют. Многонациональная страна, где есть место всем, абсолютно любым национальностям, страна огромных возможностей. Я бы не стал, ну так, как все говорят, что каждый кулик хвалит свое болото. Во-первых, Австралия — это не болото, это рай. Это практически рай, потому что не так много стран может конкурировать с Австралией, поэтому я действительно хвалю Австралию, я очень ее люблю, и я считаю, что это одна из лучших стран в мире. И то, что Александр Петров помогает людям получать образование в этой стране, я бы хотел очень защитить внимание, потому что одно дело просто приехать в эту страну там и заплатить денег, а другое дело, когда вы приезжаете в Австралию и вы получаете австралийское образование. Это очень много, и это очень важно, потому что австралийское образование — это не только возможность остаться жить в Австралии, это путевка во весь мир. Это окно во весь мир. После австралийского образования, получившее австралийское образование, вы можете работать в любой стране мира. Вы можете работать в Америке, в Канаде, в Кейптауне, в Японии, в Южной Корее, во Франции, везде. Для меня Австралия — это мой дом и навсегда останется моим домом, потому что я очень люблю Австралию и не применял бы ее ни на одну страну в мире вообще. Нам всегда, мы когда ездим за границу и возвращаемся с женой домой в Австралию, в Сидней, у нас всегда такое доброе, хорошее чувство, что вот мы наконец, мы рады вернуться домой. То есть, где бы мы ни были, мы были в Швейцарии пару лет назад, и очень красивая страна Швейцария, но все равно, когда мы возвращаемся в Сидней, мы так: о, окей, слава Богу, мы вернулись домой в Сидней. То есть мы очень любим эту страну, я ее очень тоже люблю. Всем рекомендую попробовать Австралию на вкус. Это самое лучшее, наверное, впечатление, которое могут быть у человека в мире. И образование, которое дает
Александр Петров, возможность получения образования, которое дает Александр Петров, многим людям, очень многим людям. Это очень много, ему огромное спасибо. И мне жаль, что многие люди, которые приезжают сюда учиться и получить возможность остаться потом здесь, не ценят то, что для них делается. На самом деле, возможности – это всегда лучше, чем приближенности, скажем так. То есть, когда тебе дают возможность, дают деньги на раскрутку и прочее, это совсем другое. А когда тебе дают возможность получить образование и добиться всего самому, это совсем другое. Оно по-другому чувствуется, по-другому ценится. Поэтому, ну, что я могу сказать? Я очень рад нашей дружбе. Я очень рад, что есть добрые люди. Что очень важно заметить про Александра. Он на самом деле обыкновенно хороший, добрый человек. Это самое главное, наверное, что проходит через всю нить его бизнеса, что зачастую с ним не связано, и он делает много того, чего он не должен делать вообще. Он просто хороший, добрый человек, который помогает людям, и он им очень много мне помог, моей семье, я ему очень благодарен. Но даже дело не в этом. Искренность и честность, порядочность человека – это очень редкое качество в наше время, и оно 100% присуще Саше, Александру, и он говорит правду. Это самое главное, что я могу сказать во всех его видеороликах и во всех его обращениях к студентам, к людям. Саше можно верить, Александр говорит правду, и я очень сильно горжусь нашими отношениями, и я очень люблю Австралию, и, ну как, я рекомендую всем попробовать Австралию. Это замечательная страна в мире. Всего вам хорошего, и я надеюсь, до новых встреч в Австралии. До свидания. Спасибо.